Перца. Егор Тимоглуванов, рефери первого боя, Самарский. Боковые судьи Шишенин, Имамов, Туманов, Першин, Мамычкин. В ринге боксеры первой пары красного муринга Мухаммад Шешин, Псков, синий, Егор Титов и Иванова. Первый раунд. Thank you.
К ринге приглашаются боксеры второй пары. Максим Чернышов, Омск, Алексей Москвин, Ульяновск. Рефери второго боя Галицкий, боковые судьи Никуленко, Дудинский, Имамов, Дорожкин, Мамычкин. В этом бою досрочную победу ввиду я было преимущество в первом раунде одержал боксер из красного угла Мухаммад Шеха. 76-я казахско-штурмовая дивизия, город Псков.